балла она уступает, судя по всему, в оценке за компоненты. Она проигрывает Анне Погорелой, сейчас пока занимает... Но это правильно. Второе место. На лёд приглашается Юлия Ельницкая. Любимица местной публики, любимица публики по всему миру и одна из тех спортсменок, которая фактически является символом текущего чемпионата страны. Уроженка города Екатеринбурга. Юлия Лепницкая. Дома на чемпионате страны. Звезда нашей Олимпиады. Да. Тоже не могу, прямо действительно накаталась до слез она. Ты выглядишь словно ангел, поет Элвис Пресли в этой песне. И сегодня это именно про Юлию Лепницкую. Справилась со своей программой. С собой справилась. В слезах, Юля, все получилось. Тот самый каскад из двух тройных тулупов, который не давался ей на раскатке перед короткой программой, получился, удался. И публика, поняв, что все из прыжковых сделано, буквально... Лут с рукой. Лут вообще потрясающий. Я не помню такого лутца у Лепницкой. Очень хорошо. Просто не помню. Очень технично, хорошо, по-другому. Самое главное, что она поверит в себя, что она уже привела себя...
чувства. И Леша, вот мне очень хочется, чтобы у них получилось. Хочется просто до слез, честное слово. Потому что не должны, я всегда за спортсменов, потому что не должны пропадать. Такие талантливые девочки не должны пропадать. Отон Луц. Два олимпийских чемпиона, Алексей Урманов и Юлия Лепницкая. Сделали это. Совсем недавно работают вместе в городе Сочи. И город, который когда-то стал счастливым для Лепницкой, продолжает возносить ее на новые высоты. Чистый, прям показывает. В ней же такой чертенок сидит. Родной лед-то помогает. Что Кофтун, что Лепницкая выдали отменные прокаты. Я вчера ехала на машине, и мне водитель говорит: а вы знаете, у нас Кофтун-то первый. А вы не представляете, что это для нас значит, для нашего города. Вы знаете, я прям сразу заплакала. Потому что, ну вот от души сказал человек, переживает каждый человек здесь. Они любимы здесь. Смотрите, как Юлия сама переживает. Самое хорошее, когда до слез накатаешься. Ну, а теперь можно и улыбнуться. Первое место у Юлии Лепницкой, 73,77. Заслуженно! Технику она выигрывает. У Цурской с Погорилой. Вот это да! Вот это да! Она любима, ей занимаются. Ей 24 часа занимаются. Все в Сочи сделано для того, чтобы она каталась, тренировалась. И Леша с ней целый день работает. И у них очень хороший хореограф. У них просто прекрасный хореограф, который приехал из Санкт-Петербурга.